попавший в город из тех самых пустошей. И вот добро пожаловать в Найт-Сити. Город, где государство давно скончалось. Реальную власть захватили местные аналоги Кока-Кола. И нам надо как-то пробить путь к успеху через грязные улицы, сети коммуникаций и тотальное безразличие всех к личным проблемам героя. Поэтому начнем давайте с личных проблем игрока. То есть с разговора о техническом состоянии игры, потому что его игнорировать не получится. Все мы, надеюсь, помним релиз Ведьмака 3, а то и второй части. Так вот, Cyberpunk 2077 на релизе — это очень сломанная игра. И тут поймите нас правильно.